Тема связана с данными по надежности, некие наши идеи, наработки по структурированию информации для анализа. Итак, значит, актуальность темы. Ну, самое первое, надеюсь, что вы согласитесь, что современные подходы планирования ремонтов, и я в скобках написал обоснование затрат, они основаны на оценке рисков, отказов оборудования и целых систем. В свою очередь, для этой оценки необходимы данные, то есть качественная информация по природе и истории возникновения отказов. Но очевидно, что у большинства компаний этой информации нету. Нету, потому что получение статистики как бы в прошлом, оно либо недоступно, либо просто отсутствует. Ну и последнее, это все-таки, несмотря на все это, есть некий опыт, и отечественный, и зарубежный, накопление данных по надежности и использование для повторного анализа, для планирования работ по ремонту. Ну, основные проблемы, опять-таки, с точки зрения анализа риска. Первое, что для оценки риска необходима оценка вероятности отказа оборудования, которое может осуществляться статистическими методами. Сбор статистики – это достаточно трудоемкий процесс, и на многих компаниях есть там несколько уникальных машин. Соответственно, статистика по этим двум-трем машинам, она не дает обоснованной информации по надежности этого оборудования. Ну, опять-таки, многие классические методы анализа надежности рассчитаны на какие-то единичные изделия, а при этом у нас массовое там производство, есть много адаптивных машин, то есть для нас эта методика не всегда применима. Ну и последнее, как бы на детальный, академический, как мы говорим, анализ. В условиях реального производства просто не хватает времени и ресурсов, и квалификации специалистов, потому что задача достаточно... Оно требует высокой квалификации. На кого мы рассчитываем наши семинары? В частности, вот на текущий семинар. В первую очередь, это специалисты в области планирования, так называемые планировщики, которые занимаются именно составлением планов по ремонтам, по обслуживанию. Вторые, так сказать, категории людей, инженеры по надежности. Я там в списке видел такие позиции, они уже есть. Но, как правило, это такие очень редкие люди на предприятиях. Это именно те люди, которые занимаются анализом данных и делают стратегии обслуживания и ремонта для планировщика. Третья категория – инженеры-нормировщики, которые необходимы для составления грамотных техкарт и привязки к дефектам. Четвертая категория, я не увидел там, правда, в составе персонала, который у нас там участвует в семинарах, это проектировщики. В каждом проекте на новое производство, на новое оборудование есть раздел, связанный с обслуживанием. То есть именно там формируются те самые стратегии, которые проектировщик рекомендует на этом типе производства. Следующая категория специалистов – это люди, которые занимаются поддержкой информации в функциональных системах. Ну и последнее – это руководители, менеджеры по внедрению таких передовых методов, как управление надежностью, управление рисками. То есть они являются инициаторами проекта. Ну, чтобы понять как бы масштаб бедствия, мы на своих семинарах рассматриваем такие, скажем так, понятные блок-схемы относительно. Именно в данном случае показана как бы наша такая типовая блок-схема планирования работ по ТАИР с учетом рисков. Ну, поскольку этот вебинар у нас как бы находится в некой последовательности, на предыдущих вебинарах мы и семинарах рассматривали другие вопросы из этой блок-схемы. Сегодня мы говорим именно о процессе определения модели технического состояния. То есть, когда для комплексной оценки затрат на ремонты необходимо в какой-то момент времени определить вероятность отказа, то есть ответить на вопрос, когда возможен отказ, и, соответственно, получить некую оценку риска на данный момент времени, и тем самым скорректировать свою ремонтную программу с учетом возможных отказов на данный момент времени. То есть я думаю, что сейчас схема вообще непонятна, но я ее показываю для того, чтобы понять, что мы пока рассматриваем вот одну ветку, цель которой – это определить вероятностную дату отказа. Для этого нужны данные, и если нет своих данных, мы говорим о обмене данными по надежности там, на однотипное оборудование и о перспективах этой модели.